Привет, друзья! Вы на канале CryptoBaby. Мы продолжаем с вами знакомиться с новыми крутыми проектами. Сегодня у нас очень полезный, интересный проект, который достаточно серьезно сосредоточен на благотворительности. Как бы я считаю, такие проекты более чем мало того, что вы просто зарабатываете, но у вас еще есть возможность кому-то при этом помочь. Считаю такие проекты очень крутыми. Проект у нас называется RavenX. Это благотворительный токен, токен свой RX. Значит, здесь непосредственно можете посмотреть контракт токена. У данного проекта есть свой телеграм-канал, конечно, купить на PancakeSwap, договор, свой твиттер, белая бумага, график на Bitcoin можно посмотреть и своя электронная почта. Везде вы можете там подписаться, зайти, ознакомиться, это все без проблем, все прозрачно. В последнее время было много проектов типа RFI, но ни один из них не имел реальной полезности, которая сделала бы проект полезным в долгосрочной перспективе. Их решение – это создать токен, который будет не только применять комиссию за сжигание в размере 2% и комиссию за перераспределение, тоже 2%, но также обменивать 2% токенов с каждой транзакции на BNB и отправлять их в кошелек для благотворительных пожертвований Binance. Вот такие вот дела. Здесь вы сможете ознакомиться с токеномикой данного токена. RavenX будет иметь более разумный общий запас в 500 миллионов токенов. В общей сложности 4% токенов будут постепенно разблокированы в течение 10 дней для предоставления маркетинговых средств. В то время как 4% токенов команды будут заблокированы на 6 месяцев, будет постепенная разблокировка. Значит, здесь, как вы видите, общее количество 500 миллионов, 20 миллионов токенов RX на маркетинг заблокировано, на команду также 20 миллионов. Предпродажа уже прошла 250 миллионов. Здесь также выделено на листинг. Комиссия за транзакцию в размере 6% будет разделена на 2% на сжигание, также 2% за перераспределение и 2% это комиссия на пожертвование. Так что будем делать благие дела вместе с проектом RavenX. Так, здесь вы детали предпродажи видите, она уже нам не нужна, она прошла. Значит, дорожная карта непосредственно это бот Waterfly, далее у нас цена бот, обновление информации, BCScan приложение, Blockfolio, CoinGecko, CoinMarketCap, UniRocket, что у нас еще, аудит ByteDigiRate и Binance Smart Chain Checker. Значит, сейчас на данный момент подготавливает аудит данный проект, команда данного проекта. Далее посмотрите, сколько всего интересного запрограммировано. Конкурс пожертвований. Крупнейшие доноры получат рекламу на Bitcoin с помощью аирдропа после проверки BCScan. Также конкурс мемов. Достаточно, я думаю, будет интересно. Далее будет редизайн веб-сайта. Кстати, веб-сайт обновится уже совсем скоро. Онлайн обновление пожертвованных средств, компании в социальных сетях. Так что проект должен себя проявить. Достаточно интересного много запланировали. Я думаю, дорожная карта будет расти. И на этом не остановится. Также, конечно, данный проект есть на медиуме. В последнее время появилось много токенов RFI плюс лайки, которые в основном представляют собой неустойчивые копии других проектов без какого-либо фактического использования. Команда задалась целью сделать более полезный проект, и в их случае это будет благотворительный аспект. За каждую транзакцию взимается комиссия в размере 6%, но это уже как мы с вами рассмотрели, и 2% естественно будет идти на благотворительность. Здесь есть вся информация, последние новости. Вот видите, как купить на предпродаже. Как я говорила, она уже прошла. Как создать кошелек MetaMask, настроить его с помощью Binance Smart Chain. Ну, вообще, на самом деле, много интересной и полезной информации.
Здесь вы видите, даже есть благотворительный фонд Binance, и написана такая информация. Некоторые из целей включают в себя ликвидацию бедности, нулевой голод, улучшение здоровья, благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, доступная чистая энергия и многое другое. Короче, за мир во всем мире. Так что присоединяйтесь обязательно. Я думаю, будет интересно. И сделаем много хорошего вместе. Вместе с равен X. Конечно же, приобрести на PancakeSwap, как всегда показываю, в BNB. За BNB вы получите 2703 токена RX. Далее, конечно же, PoCoin у нас. Здесь вы видите график данного токена. Токен в последнее время так подрос хорошо. Так что заходите обязательно, знакомьтесь с данным проектом и принимайте уже для себя правильное решение. Также данный проект есть на CoinGecko. Тоже вы видите, как подрос за 24 часа уже нехило. На 49,2%. По-моему, отличный результат. Конечно же, CoinMarketCap. Здесь вы видите тоже всю информацию о проекте, график данного токена. Также есть у проекта RavenX свой Twitter, где есть последние новости и очень-очень много всего интересного. Видите, символ данного проекта – это ворон. Видите, какой красивый. Все, в принципе, с воронами. Даже есть, я так полагаю, команда. Все достаточно интересно, более чем прозрачно и благотворительно. Конечно же, есть белая бумага, с которой вы сможете ознакомиться более детально и изучить данный проект. Так что обязательно переходите по ссылочкам. Ссылочки, как всегда, я прикреплю в описании. Проект более чем крутой. Я желаю вам с ним удачи. Делайте добро, и оно обязательно вам вернется. Ну а с вами была CryptoBaby. Ставьте мне лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!